Отмеч, зачем так много водки? Тебя сколько просили? Сколько заказывали, столько и есть. Я не враг своему здоровью. Культурно отдыхать умею. Ну, за понимание. Здравствуйте, наши дорогие коллеги из нашей братней страны России. Здравствуйте, московские москвичи. Мы вас поздравляем с наступающим 2002 годом и пригласили вас сегодня, приглашаем на наш уикенд показать вам, как у нас традиционно встречают 2002 год. Да. Тут у нас есть вся атрибутика, которая необходима для встречи этого прекрасного праздника. Это есть старинный украинский напиток, созданный по старинным северным и украинским традициям, по рецептам из высококалиброванного буряка. Называется Чемергес Озвірин, крепостью 82 оборота. По Цельсию. По Цельсию. Также вы тут видите, это называется традиционный украинский лепесточек сала. А вот лепесточек должен быть ровно на 4 пальца. А то, что у вас продают там на киевском рынке, это, извините, издевательство над нашим национальным продуктом. Вот. Ну, а теперь мы вам сейчас продемонстрируем это в действии. Осторожно. Берешь четверть. Не разлей. Наливаешь ровно соточку на полтора глоточка, чтобы хватило для забора воздуха. Демонстрируем. Ну, как говорится, с новым 2002-м. Годом. Песня. У лісі українському ялиночка росла. З дєтства патріоткою зеленою була. Сніжок по лісу стелиться, суробами лежить. Конячка мохнорилая до нас у ліс біжить. Везе конячка садочки, а у них сидить москаль. Кричить нашол я ёлочку, которую искал. Хватає тут сокирові по-вашому топор. І тюк-тюк-тюк ялиночку короче по сих пор. Тепер вона нарядная у думу к вам прийшла. Тепла вам українського собою принесла. Но ми не обіжаємося і вип'ємо до дна. За дружбу між народами загинула вона. За дружбу між народами загинула вона. Хе-гей!